Это выжившие и уже разведенные. А откуда выжили? Вывезли из села, под бомбардировки. Куда ты, мамка? Угу. Качур на прізвисько Гусь, Кріль Михайло, курки, коти, пес Рудий. Загалом понад 30 тварин. Тут на Бахмутському напрямку доглядає за ними військовослужбовець із Миколаєва Сергій. Вон курочка у нас сіла. От, тоже вижила. И там выжила, и здесь выжила. Нанесла яичек и сидит. Когда мы их оттуда вывезли, они долго отходили, наверное, недели 2 или 3. Только потом через месяц уже начали яйца нести. А так не неслись. Там они неслись. Хотя и под обстрелами, под всем они бегали, но все равно неслись. Вот. Здесь они уже когда адаптировались, то нормально. Такі манюсічки. Облаштовують клітки, годують тварин у вільний від виконання завдань час, розповідає Сергій. Іноді вечором це робимо, коли приїжджаємо з задач. Ну, було б бажання, знайти завжди час можна. Давай, ну. Давай, ти ж общительний у нас парень. Большая часть этих животных, они пробыли с хозяевами до тех пор, пока хозяева не выехали. То есть они как бы, ну, когда они привыкают к людям, они знают, что человек их кормит там и так далее. Вот. Когда мы их уже нашли, вернее, пришли за ними забирать их, они сидели без корма, уже голодные. То есть, когда я привез сюда, в первую очередь дал им есть, и они ели, несмотря на то, что они на новом месте, потому что они есть хотели. Он тоже любит, чтобы ему что-нибудь вкусненькое давали, вот он ждет все время. Сергій говорить, ми у відповіді за тих, кого приручили. Мішку ми в одному сараї знайшли, а вот этих всіх остальных меня наші медики попросили вивезти, і на следующий день туди прилетіло, і тот сарай згорів. Так що я їх вовремя ще вивез. Я в місті вирос, але завжди любив животних іменно сільських. Дома, звісно, дома попугайчик у мене великий. Зараз собачка є вже. Еще, правда, я ее не видел, но только на фотках. Кролика не планируете с собой забрать после победы? Я планирую купить дом и перевезти их. Валентина Гурова, Суспільне новини, Донеччина.